Здравствуйте, дорогие соратники. Как там? Нормально слышно? Ну, в общем, сегодня хотелось бы вам озвучить две интересные темы. Первая. Вчера в Тартас Скворцова заявил о том, что в паспорта будут вносить ваше согласие на трансплантацию. То, о чем я вам говорил, прямо пропорционально загону всех наших граждан электронное стойло, на электронные медкарты. Они будут пытаться максимально быстро сформировать рынок донорских органов. В Москве стоит 30 тысяч на очереди. На Запад во всех аэропортах женщины с голубыми сумочками в течение часа-двух перевозят любые органы. Ну, распилить человека – это около миллион долларов. Ну, вот как я вам рассказывал про водительское удостоверение с чипом. Про водительское удостоверение с чипом будут вноситься в том числе все ваши медицинские сведения. Поэтому, если данная инициатива Скворцова пройдет в Госдуме в виде закона, она об этом заявила, можно быть совершенно уверенными, что в том, что как только вы покажете паспорт в банке или его увидит коллектор, вопрос, что за кредит, а у нас, как известно, вся страна в кредитах, как в репейне, как предложат рассчитаться почкой. И черный рынок будет неимоверным. И включая то, что с учетом всех систем тотальной слежки, которые можно осуществлять через смартфон, все социальные сети требуют вашего доступа к вашему местоположению, то как только узнают, что у вас стоит в паспорте позитивная метка, положительная, ну, а ее будут положительной, ставят по умолчанию, к сожалению, это раз. А вот тут второй еще подвох. А если ты отказываешься, ты должен будешь отказаться в этом едином регистре. То есть будет создаваться единый медицинский регистр, который станет электронным рынком для органов. И фактически, если вы не захотели в этот регистр входить, то по умолчанию будете источником для обогащения. И вот здесь очень интересный момент. Прямо пропорционально тому, как галопирует кризис, кто-то очень хочет поживиться на ваших органах. И вот здесь, как мы можем видеть, что это просто золотое дно для рыночной медицины, ваши органы, потому что люди, как правило, не торгуются, а лишь бы подвинуть себя в очереди, один момент. А второй момент – недофинансирование госбюджета этих лекарств, чтобы органы не отторгались, где-то 60%. И несмотря на это, находятся возможные схемы для того, чтобы, так сказать, просто для рыночной медицины ваши органы – это клондайк. Я не хочу, чтобы вы стали жертвами, поэтому относитесь более внимательно к этой инициативе. Что надо делать? Нужно всем депутатам комитета Госдумы по здравоохранению писать свои протесты против донорства по умолчанию, что мы категорически отказываемся внесения персональных сведений всего населения в этот единый медицинский реестр. И в условиях бандитско-коллекторского государства, в условиях киберпреступности и многочисленных безответственности цифровых властей ставим вопрос о том, чтобы чтобы они данный законопроект не понимали, чтобы Россия не стала источником органов, потому что были случаи, когда 2500 детей наших, усыновленных за границу, официально МИД Италии признал разрезанными на органы. В Сербии 3000 человек пилили
распилили детей, только детей. И плюс на Донбассе была та же самая ситуация. Подрошили, не глядя. Поэтому риски для нас в рыночном государстве, когда уже пытаются монетизировать даже наши органы и создать этот электронный реестр, электронный банк наших органов, для чего и создаются все эти электронные карты, он очень сильный. И главный момент, забирайте свои медицинские карты из поликлиник, пока их не цифровали, а все остальные походы ведите на бумажках.